Всем привет, подводные охотники. Первый рассказ, наверное, про это, про ласты. Все покупают с детства ласты, ныряют, плавают. И начинают, наверное, вот с таких. Или с дельфинов. Так что в них подводному охотнику делать нехрен. Начнем с того, что первые мои ласты дал друг. Вот такие с грузами они были. Плавал где-то год. Казалось, что в них хорошо. Но потом, как убедился, дерьмо дерьмом. Можно сразу не покупать такие ласты. Потом купили вот такие Бьючат, ласты. Да? Бьючат? Бушат. Бушат? Бушат Океан Легенд. Я такие купил, и Роман тоже. Мне их впарили так вместе с костюмом, так что так получилось. Но я попробовал в них поплавать, мне показалось, ну, ласты не очень удобные. Ну, потому как привык уже вот к этим. Более длинным. Да, более длинным, и начинал с них. Может, поэтому мне показалось так, что эти ласты для меня как-то, ну, не очень. Ну, в принципе, плавать можно на короткие, небольшие дистанции. На озерах. Да, на озерах, там, помедленнее. Где большое течение, в таких, конечно, да, сложновато. Да, да, большие ласты на большом течении. Вот, эти ласты уберу. Потом приобрел Марос Резер в морском еже. Стоимость будет вот тут. К ним я взял еще мягкие, не взял с собой, мягкие лопасти. Но мне нравится нырять в этих. Хорошая широкая ступня, удобная. Под семерку, под носочек. Сделал груза сюда на 500 с чем-то, 530 граммов. Вот, не надо вешать никакие, которые у меня спадают. Парочку я уже потерял. Но один минус у них. Вот на этих устах стоят пластмассовые застежки. Вот эти. Одну потерял, стал открываться. Или они еще бывают открываются, когда другие лопасти часто меняешь там 2-3 раза, и они начинают спадать. Ну, не раз, сделал, не. Да, сделал с нержавеечки. И сейчас тут нормально. Ластами доволен, цена недорогая. Что-то порядка. Так, вот этой цены. Вот этой цены. Ну все, Ром, рассказывай, у тебя широкие ласты. Ну что, у меня тоже ласты омерские, стингрейвские, вот, с которых я начинал охотиться. Ну, ласты, как, ну, по моему мнению, очень хорошие. Вот, очень они хорошо гнутся, вот, видите. Они все уже у меня покоцаны. Как играют, да? Да, очень много со мной уже прошли. Вот даже есть такая вот фишка здесь. Трофейная. Трофейная, да. Вот. Ну, короче, ласты очень замечательные. Стоимость их трешка где-то приблизительная. Ну, уже забыл. Вот здесь. Да, цена вот здесь. Ну, что еще сказать. Ну, в ноге сидит нормально. Нога, пятка, ну, не мерзнет. Зимой все очень даже замечательно. На семерочку одеваешь, да? Да, на семерку, на носок одеваю. Даже летом. Не жмет, да? Вообще, да. Ну, для меня идеально. Не знаю, может, я впрыгнул в такие сразу с лета. Вот. Ну, а как я уже сказал, вот эти ласты, ну, не очень мне понравились. Потому что они были начальные твои, да? Нет, начальные мои были вот эти, да. Ну, ясно. Так что вот так вот. Ну, короче, начинать лучше с коротких. Ну, а заканчивать, соответственно, хорошими карбонами, да, карбонами, возможно, ластами. Хотя, говорят, и карбоновые тоже, ну, лопаются как, и... Нет, как сядут. Ну да. Каждому свое, в общем. Тестируйте, выбирайте. Мы вам ничего не навязываем. Не забывайте подписываться на наш канал. Приятных вам просмотров. Смотрите новые серии.